Фани, йоркширский Т.Е. И в своем видео я покажу заказ с магазина Зеленая волна и банита. Подписывайтесь на наш канал. Тот, кто не подписался, и ставьте нам лайки. Во время карантина очень много магазинов соединились с магазином Пигул Т., так как у магазина очень удобный сайт, есть мобильное приложение, а также магазин за покупки дает. Баллы, которые потом можно оплатить 30% в стоимости следующей покупки. Эти баллы также можно заработать в мобильном приложении Крутя барабан и получая определенное количество баллов каждый день. В прошлом году я в искала сухой корм с кроликом, но нигде его не могла найти. Потом случайно нашла его в Каунасе. И мы с вами ездили за кормом в Каунас. А в этом году ввела название Монш и меня сразу перебросила на Пегу ЛТ. Оказалось, что у Пегу ЛТ появился поставщик Зеленая Волна. Ну а теперь откроем посылку, которую я получила в Пигу ЛТ. Вот посылку я открыла. Кроме сухого корма я заказала три коробочки консервов, так как у меня не набиралось стоимости для минимального заказа. А если заказ меньше 20 евро, его просто не собирали. Так как Фаня постоянно ест консерв, я подумала, она их все равно съест, несмотря на то, что я недавно получила посылку с магазина Бонита. Вот этот сухой корм Фаня хорошо ест. К посылке шла вот такая вот саска, это фактура. С кошечками и собачками. Очень прикольная. Кстати, из магазина Пигулты никогда не идет саска. Это фактуя А вот с магазина Зеленая Волна шла. В следующий раз я не буду, скорее всего, заказывать консервы. Так как я заказываю консервы в магазине Бонита. И мне получается дешевле. А просто закажу несколько упаковок сухого корма так как Фаня его очень хорошо ест, а он бывает время от времени пропадает. Кстати, не зря мы покупали контейнер в магазине Икеи, он нам сейчас как раз пригодится. Я в него пересыплю сухой корм фирмы Монж. У меня осталось еще полторы пачки брита, и поэтому я их сейчас буду мешать. Давай 20 грамм брита и 20 грамм Монжа. Вечером Фаня будет есть консерву свою. После того, как Фаня доест сухой корм брит, я старый контейнер выброшу и больше бриты покупать не буду. Только в том случае, если монж снова пропадет. Так как брит Фанни не очень подходит, сказал ее ветеринарный врач. К нам пришли три вот такие посылки. Две посылки с электронных ветеринарных магазинов, с магазина Бонита и Пет-24, а одна с ветеринарной аптеки. Сейчас я все распакую и вернусь к вам. Заказала две упаковки сухого корма от фирмы «Монш» с кроликом. Корм итальянский. Несмотря на то, что совсем недавно покупала этот же корм с кроликом в магазине «Пигурте» и Фанни не успела его съесть. Но так как я заметила, в электронных магазинах и в ветеринарных аптеках этот корм стал пропадать, я решила не рисковать и заказать две упаковки сухого корма так как в прошлом году этот корм пропал, и я нигде его не могла купить. И мне пришлось кормить Фаню всю зиму кормом фирмы Брит, а Фаня его плохо ест. Этого корма мне должно хватить где-то на полгода. Пе-24 совсем недавно начал продавать сухие корма фирмы Мош и консервы. Когда я звонила в магазин, мне сказали, что они будут продавать их постоянно, надеюсь, что так и будет. Я также хотела заказать десять консервов фирмы Монж с кроликом, но было только пять. Они мне позвонили и спросили, хочу ли я замену или положить только пять. Я отказалась от замены, так как стараюсь фаникамить одним видом мяса. заказали две упаковки с консервами соло. В одной упаковке 16 консервов. Всего мы заказали 32 консервы. 8 будет для Фани, а 24 для папиной собаки. Консервы от фирмы ДНР, консервы с кроликом. В консервы 100 грамм. Здесь чистое мясо без внутренних органов. Мне очень нравится, как фитовета упаковывают консервы, и во время доставки консервы не мнутся. Также я заказала таблетки Дедодок Кат. Таблетки выглядят вот таким образом: Фане надо давать четвертую часть. Эти таблетки от отравления и поноса. Их можно давать на пустой желудок. Был случай, когда фаня отравилась, ей было очень плохо. Я дала четвертую часть и к утру все нормализовалось. Также я заказала от фирмы ДНР вот такой вот порошок. Хотя думала, что будут таблетки, так как таблетки легче давать. Фане надо давать где-то 2 грамма этого порошка. Он предназначен, когда у собаки заворот кишок и она не может сходить в туалет. Я решила, что такую вот вещь лучше иметь дома. Этого порошка мне хватит очень надолго. Поэтому, возможно, один пакетик я дам для папиной собаки. Также заказала Адвантекс. Это капли от клещей. Есть инструкции, и капли всегда упакованы вот в такой пакетик. Сейчас я открою и вернусь к вам. Капли вот в таких вот тюбиков. Есть наклейки, чтобы записать дату, когда вы закапывали. Капать нужно каждый месяц. Эти капли для собак до от 4 килограмм. Так как Фаня бывает весит около 4 или чуть больше 4. Поэтому я покупаю 1 миллилитр капель. Они хорошо помогают. И с тех пор, как появилась Фанни, я капаю этими каплями, и у нас не было ни одного клеща. Если они перестанут нам помогать, придется искать другое средство. Но ветеринар наш говорит, это самое эффективное. В этот раз наш заказ с магазина Бонита пришел вот в таких вот коробках. Как я понимаю, в одной упаковке 12 консерв, так как я заказывала 20, в одной у меня лежит 12, а в другой 8. Вот это очень хорошо доставили, ничего не поймялось. Также нам положили два пробника, вот такой вот и такой. Но, скорее всего, я их не буду давать, хотя посмотрю, какой состав. И, кстати, как я только заказала консервы Монш в магазине Бонита. Я заказывал одну консерву за евро 52, они подорожали и теперь стоят евро 60 А в магазине p 24 для своих клиентов у них будет специальная цена, если ты постоянно покупаешь у них. Поэтому, скорее всего, я буду покупать в магазине П24. Вот такие вот покупки были у нас в Анне. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Тот, кто не подписался, а мы с вами вас очень любим. Желаем вам крепкого здоровья и ждем в наших новых видео.